прекрасные друзья и зрители, хочу показать вам очередную очередь. И в данном случае это не Айя София, Айя София с этой стороны очередь, а вот с этой стороны другая очередь, которая в цистерны. Вы знаете, что это такое. Это было в прошлом водоснабжение византийского периода. И вот они остались, и люди до сих пор хотят посмотреть, а как же там, в каких цистернах хранилась вода. Ну и во время нападений на в то время Константинополь люди прятались там и отражали удар. Ну что, давайте посмотрим, что тут можно было бы посмотреть, но вы это не увидите. Зато вы увидите очередь. В очереди я не стою, голубую мечеть мы спокойно прошли, вошли. А вот сюда, видимо, не попадем. Зато попадем в археологический музей. Но это будет уже потом. Цену время-то нюх, потому что оно у меня в горизонтали. Ну вот так, за забором Айя София. Догадайтесь, мол, сами. Вот так. Чао-чао, мои прекрасные друзья.